Иногда владельцы этого имени наживают множество злейших врагов и редко действительно оказываются полезными. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. В науке им не бывает равных в решениях и основательности исследований. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Бывают достаточно щедрыми и используют деньги в качестве средства, чтобы достичь определенных целей. Сильный характер, уверенность в себе и магнетизм, излучаемые владельцами этого имени, производят глубокое впечатление на окружающих. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Если они решат начать карьеру в несвойственных им областях, авантюризм, легкость на подъем и предприимчивость мало свойственны типичным представителям этого знака. Так что в лучшем случае дело закончится легкими неприятностями, в худшем – тотальным крахом. Этим людям нравится спорт, они физически развиты, сильны и выносливы. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.